Для вас поет вокальный коллектив «Элегия». Нижегородский вальс. Конечно же, в рамках Дня российской науки для вас звучит гимн Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Все это ты.
нас дружба сплотила, за каждое мы сила. В этом слове любви признания, гордость центрального образования. Наш город стоит на слиянии лет. Разъедемся мы, но запомним навек. Уроки, зачеты, экзамены зал. И день, когда река теплом и вручал. Любить свою землю здесь главный урок. И каждый поверит в себя, чтобы смог. Нас дружба сплотила, за хозяйство мы сила. В этом слове любви и признания, гордость центрального образования. Спасибо. Ну еще раз ваши аплодисменты. Это Александр Геннадьевич. Хорошо. Мария Сергеевна, будьте добры собрать всех на сцену для общей фотографии с Александром Геннадьевичем. Без фотографии? Ребята, пожалуйста, выйдите сюда. Раз, 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 раз. Ребятки, одну минуточку, коллеги. Вот давайте, сейчас они все встанут. Наверное, помните, как 7 лет назад вот на этой сцене в рваных штанах выходили вот какие-то дрыгающие гитары непонятными словами ребята, да? И это была наша академия, собственно, это была наша культура. И что стало сегодня? Они не все здесь. Где все остальные? Выходите, выходите. Сегодня они на всех площадках выступают. В Сочи. А последний случай был... Вот у нас во Дворце культуры автозавода. Это такая была красота, когда они ставили концерт. И Центр международного сотрудничества Ларита Рафаэловна своих иностранцев представила. Это гордость Академии. Уберегите это. У нас сегодня работают профессионально педагоги с ними. И по вокалу, по танцам, по художественному слову. Это вообще возродилась сегодня наша культура, студенческое самообразование. Вот Центр творчества. Я очень благодарен вот этим ребятам, которые прошли все фестивали, пронесли достойно славу, честь нашей Академии. Это здорово. Спасибо вам. Низкий поклон. Спасибо. Спасибо, Александр Геннадьевич. Но я думаю, аплодисменты ребят, да, это благодарность вам и всех присутствующих. Сегодня в рамках Дня российской науки в Академии проходит целый цикл мероприятий. И сейчас мы приглашаем всех, в первую очередь членов ученого совета, ректората, всех присутствующих, кто, у кого есть возможность. Сегодня мы проведем торжественное открытие Центра цифрового развития и отраслевых проектов имени академика Международной академии общественных наук, доктора экономических наук, профессора Михаила Владимировича Грибкова. Ну а на этом наше торжественное мероприятие подошло к концу.